Мир вам и Божие благословение, дорогие братья и сестры. Приветствую вас с днем по празднеству Пресвятой Богородицы, Успения Пресвятой Богородицы. Вчера мы слушали кондак и смотрели выступление хора на певке Печерской лавры. Я забыл сказать, что это сделана была мною обработка этого кондака. В оригинале он трехголосный и без хроматизмов. Такая гармония, строгая, монастырская гармония. А когда мы поем этот кондак в концертах, не трио, а хором, мы исполняем на четыре голоса, и я позволил себе сделать такую для разнообразия гармоническую обработку. Сегодня я вам сыграю из чинопоследования погребения, священное последовательное святое представление Пресвятой нашего Господа Пресвятой Девы Марии, тропарий, так называемый благословенный. В издании нашем патриархийном 98 года я был автором этого нотного приложения, я дал обычный напев Костальского, так как он изложен в обиходе синодального хора. Но еще есть один напев, я думаю, что он народ более популярный. У Костальского это звучит так. Благословенный наличице, просветимся души твоего, Отец Господь Небесный, зрет тебя преподобную жизнь, душу живу за Бога вашую, и с Богом вошедшую предпорочную. Вашим хором это, конечно, звучит очень и очень торжественно. А в народе любят эти тропари петь очень молитвенным напевом, тем напевом, которым поется Богородичная молитва Царицы моей предлагаю. Я напою только один припевчик. Благословенная Владычице, просвети на свету Сына Твоего, Ангельский собор удивися, зря Тебе мертвых винившуюся, душу же в руце Бога предавшую, и дорогие мои регенты и певчие, выбирайте, кому что нравится. А сегодня мы послушаем Светилин на певке Печерской лавры. Это тоже моя редакция и обработка для четырехголосного мужского хора с использованием нескольких разных вариантов попевок этого Светилина. Светилин – это как бы предсмертное обращение Божией Матери к окружившим ее одр апостолам, своего рода завещание. Текст там такой: апостоли от конец, то есть со всех концов земли, собравшиеся здесь, совокупшиеся здесь, в Гефсиманийской весе, то есть в селении Гефсимания, погребите тело мое. И далее следует обращение к Господу. И ты, Сыне и Боже мой, прими дух мой. Слушаем и смотрим выступление хора. Храни вас Господь. Прощаемся до завтра.
братья и сестры, приглашаю вас на предстоящие выступления нашего хора. Наши концерты проводятся в формате концерт-лекции, то есть перед каждым произведением я что-то говорю о музыке, о содержании произведения, об авторах и так далее. Дворец культуры «Чайка», ближайшее метро, станция Семеновская. Песнопение в честь прошедших праздников Рождества Пресвятой Богородицы, Воздвижение Креста Господня и русские народные и военные песни. В сентябре, когда мы отмечаем День города, вспоминаем и Бородинскую битву. И 27 ноября – это театр «Золотое кольцо», там, где было выступление у нас в мае. Тоже в преддверии Рождественского поста песнопение из литургии святого Иоанна Златоуста, накануне память которого празднуется рождественские песнопения и русские народные песни, которые вы еще пока нигде и никогда не слышали. Ссылочка по нашим концертам приводится внизу.